Говорить о порядке посещения захоронения родственниками, то необходимо отметить, что в первую очередь следует достаточно уважительно относиться к самой территории, к другим захоронениям. В идеале держать это захоронение в чистоте. И очень важно для ушедших это те молитвы, которые за них возносятся, независимо от конфессии, либо это происходит мысленно. И, конечно же, очень важным является тот момент, что их в какой-то момент следует отпустить, не держать около себя для того, чтобы они смогли продолжить свой посмертный путь, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы те люди, которые их никак не могут отпустить, не испытывали сложности со здоровьем, так как любое держание, скажем так, ушедшего рядом с собой в физическом мире формирует некротический канал в мир мертвых, обнуляет энергетику этого человека, который никак не может отпустить ушедшего и горюет, и, конечно же, мягко говоря, ухудшает его состояние здоровья.